Hi, my students. Сегодня мы такое краткое экстренное сообщение проведем по поводу очередной гибели первого числа прогресса. Как раз дню воззвания очередного 13-го президента Федеральному собранию. Вот произошла такая трагикомедия очередная на Роскосмосе. Уже сколько прогрессов погибло, если подсчитать каждый по 5 миллиардов рублей. Ну только за этот год, наверное, уже третий прогресс или четвертый, кто их там считал. Сейчас уже не считают это дело, потому что там счет идет на кубометры денег в квартирах полковников. Так вот, в чем причины вот этих гибели этих прогрессов? В чем причины прогресса Роскосмоса? Роскосмос испытывает прогресс или стресс, непонятно как. Вот тут как раз перед федеральным этим воззванием номер 13. Президент встречался с ребятами. Там был Фортов, сидел президент Академии наук теперешний. И он этого Фортова-то президент ущучил совершенно правильно. Что же вы, говорит, избираете академиков, которые являются администраторами, рутинными работниками министерств? У них там статьи-то всего, одни-две статьи печатные, все. Или они такие крупные ученые. Вот это совершенно справедливо. Вот это вот он. Второе было так за его президентство, сколько лет он правит. Первое, это он запретил сквернословие, это полезное дело. И вот второе дело, он посадил Фортова на, как говорится, на унитаз вот этим вопросом. Ясно, что система Академии наук, разложившаяся полностью, она была разложившаяся еще при советской власти, она также и продолжает работать. Она нисколько не изменилась, а наоборот, ее развратил этот вот Горбачевщина, вот этот вот ельцинизм, он их развратил, этих академиков, еще больше. Но, пользуясь доверием государства, значит, спускается им средства, они там между собой все делят, занимаются имущественными вопросами. Но это не к тому. История-то вопрос какова? Это верхушка айсберга, вот, который титаник нашей, как говорится, либерастии налетел на вот этот титаник, на вершину этого, а внизу-то какое море-то льда-то, я сейчас расскажу немножко, потому что вы не в курсе дела. Вот я, например, защищал диссертацию в 1974 году. Ну, по своему опыту расскажу. Были люди, которые защищали, у них было там 20 изобретений, десятки статей уже, они были на конференциях, выступали, и все. Тут, как говорится, им не дать корочки-то было грех, это ясно. Давали. Ну, а рядом же вот ребята, которые с ними работали, и которые, как говорится, к сиське вот этого коровы дойной были пристегнуты, они позвоночники их называли. Вот эти позвоночники, у них по одной-две статьи всего было. Ну, там у некоторых пару изобретений, да и все. И можно это защищать кандидатскую спокойно. Вот такая была система. То есть были люди-позвоночники и беспозвоночные. Вот я к беспозвоночным относился в то время. Поэтому мне все это дело на своей шкуре испытал. Мало того, и дальше, когда уже защитишься, идешь работать с коллективом, уже у самого появляется группа, там тебе еще больше наслоение
там появляются вот позвоночные такие доктора, они как защищают диссертации, защищали. Вот сейчас Заякин-то это все знает, там диссернет есть, он все это поднимает, вот это вот, всю эту зловонную болото этой науки, которая была при советской власти, и которая сейчас вот она все, болото стоит, оно и воняет, это болото. Так вот, они, значит, ну как вот группу собираешь, дальше ты еще находишь беспозвоночного такого. Он работает, работает, энтузиазм у него есть, все это. Там ему хорошие речи толкаешь, что вот, мол, как же партии, там съезд, там 22-й съезд, все это дело, все должны быть вместе, комсомол, партия и так далее, и так далее, и так далее, идеологическая платформа. И человек с энтузиазмом работает, забыв про все, помня только одно – моральный кодекс строителя коммунизма. Ну, а около него, опять же, так собираются уже позвоночники. И также вот эту группку, и вот они защищают, ну, как у Прангишвили было. Группка вот такая, и потом Березовский уже, смотришь, доктор наук, Березовский получился у Прангишвили-то. Он за него горой был. Вот это была система. Хотя сам Прангишвили, он был трудолюбивый, все, прошел от полигона всю эту систему. Сам был генератор идей. Но в то же время комсомолы и партии на него давили. Партия сказала, вызвала активиста Березовского. Тебе надо докторскую защищать. Вот Зюганов тоже его вызвал, типа Зюганова, такой же человек. Я не конкретно, вот, а говорю, типа Зюганова, там, секретарь парторганизации. И указание, вот все защищай. А как защищать? Материал-то чьи? Вот с этих людей со всех. Дальше. Так же и на Нобелевский подавали. У нас же на Нобелевский как это было-то? Был секретарь парткома, вот кто у нас там это, по полупроводникам-то сейчас, Алферов-то, Жарес Иванович, он же секретарь парторганизации института был, вот этого питерского. А под ним работала группа физтехов, ребят этих, беспозвоночных. Они вот это все дело истряпали. А этот товарищ уже все это дело обобщал, там на раскладушке спал в лаборатории, чтобы у него материал никто не умыкнул. Ну так. И в результате, значит, кого подавать на Нобель? Ну, конечно, секретаря парткома подавать. Вот и получился Нобелевский лауреат. И вот так же вся наука делала. Сейчас она также продолжается. Ущучил-то президент, правильно, Фортова, товарищ. Но это только айсберг. А я показываю уже низы, где вот я находился. Вот эти низы, там такая кипа этих вот кандидатов было чуть не 800 тысяч. Нас вот кандидат в то время было чуть не до 800 тысяч этих кандидатов было всяких. Но из них... 1/10, может, было кандидата, у кого по 10-15 изобретений, там статьи, доклады, все, и действующие образцы, внедренные. Это было так. Поэтому была вот такая вот избыточность в научных кадрах. Она продолжается до сих пор. И это основа вот этой кадровой. Вот вы почитайте плейлист, кадры решают все. Здесь у нас есть такое видео. И посмотрим, насколько это важно соответствовать вот этой матрице научной, которая у нас совершенно не соответствует даже академики и членкоры. Они просто туда потому, что вот был у этого, у Фадеева, ну, личный вклад какой? Ничего. Повторение все это отцовского материала. То есть и по наследственной линии, а как говорит наследственное-то оно отдыхает там, во втором поколении-то. В третьем может прорезаться, но и то навряд ли. Там все забито мусором космическим. Этого раньше не было. Атмосфера была чистая. Второй момент. Появилось очень много станций, работающих в радиодиапазоне. Радиопазон, как известно, очень широкий, и спектр электромагнитных волн, он
простирается очень широко. От жесткого там рентгеновского излучения и так, и еще короче, и до чуть ли не километровых, много тысячеметровых волн, длин волн. Кроме того, появились станции, которые влияют на верхний слой атмосферы. Ну, задевают, конечно, ближний космос. Поэтому вот то же самое в море сейчас творится. Вот выехал этот ледокол. То есть не ледокол, а авианосец американский. Выехал где-то он в Черное море. Прилетел наш с постановщиком помех истребитель и задавил всю электронику там. То есть частоты все известны, на которых надо давить эти сигналы. И вот такой спектр частот подается на этот авианосец, и он полностью глохнет. А почему? А потому что вот, когда в науке, а там же в Америке точно так же, там же тоже есть позвоночники, беспозвоночники, тоже хамли. Там, в Японии просто все копируют. Они копируют западные, советские особенно, разработки старые. И вот эти вот позвоночники, они в основном стали определять эту научную политику. То есть дают решение, вот это добро, это не добро. А почему? Потому что там у них тоже свои позвоночники сидят на производстве, везде. И это вот давай, вот это все устаканили, и схему эту утрясли, и подали в производство. Изготавливается блок управления двигателями, ну или там другими системами. А потом оказывается, что он, этот блок-то, помеха не защищен. То есть любая внешняя помеха, самая такая, небольшая, давит его полностью. Вот поэтому вот эти вот прогрессы там, а сейчас, как говорится, системы Харпа, вот эти все, они же в широком диапазоне частот могут работать. И могут подавить эту электронику, которую делали наши позвоночники. Все фортовые, то есть эти фортовые там и так далее. Так вот, а такие схемы, которые позволяют избавиться от этих помех, они при советской власти были эти схемы, идеология была вся разработана. Ну, в частности, небольшой там лепта была вот у вашего покорного слуги была диссертация сделана. И вот часть из этой диссертации, здесь маленький кусочек вот в этой самой видео измерения давления, способ избавления от помех в линии передачи. Вот там, по сути, на этом примере вот измерение давления, здесь посмотрите, у нас видео, наши ролики есть. Там вот эта вся идеология избавления от помех, какая бы ни была длина линии передачи, а в основном-то воздействует на линии передачи. Ведь ракета-то она аж протяженная, и даже в пределах одной микросхемы все равно там есть золотые проводочки, такие ниточки, которые, на которые воздействует уже более коротковолновые излучения. И если сделано не по мостовой, не по дифференциальной схеме, то это может задавить саму полупроводниковую основу. То есть ПН-переход может пробить, и все. И достаточно одного только бита, и вся программа летит в тартарары. И только из-за помехи вот в линии передачи, что она сделана не по дифференциальной схеме. Вот если можно, тут специалисты будут, конечно, смотреть, они могут посмотреть, этот пример-то простой, но в нем, как вот в капле воды, отражается вся идеология военно-космической, авиационной, морской системы, любой системы, которая состоит из датчиков, линий передачи, линий связи и компьютера, системы обработки и исполнительных механизмов. Из этой простой схемы же весь наш космос управления все и состоит.
датчики, линии передачи, компьютер и опять же передача и на исполнительный механизм. Вот, таким образом, идеология, вот здесь потерянная идеология, и вот такие вот, казалось бы, простые решения, они затормозились. Из какой? Ну, позвоночники везде же ведь стоят же, фортовы везде, они вот фортовы потом еще месяцы, вот они вот месяцы светят, но они светят не туда. Поэтому у нас электромобилей нет. Хороших, и аккумуляторов нет хороших. Вот это месяцы везде, они веками там сидят и не сдвинешь их. Они окопались, все. И только кто им угоден, вот кто отстегивает, тот им угоден, то дает им расписываться в трудах. Подпись ставить как автору. Вот автор месяц, и остальные дальше спутники. Вот. Или там Фортов и остальные. Остальные там неважно кто. Так вот, вот такая система управления науки. То есть вот наш этот Навуходоносор. Ну, если перевернуть, то да. Представьте, Навуходоносор, он любит, когда ему отстегивают. Так он, когда сны-то, вот он отгадывал сны-то, и вот если бы ему как кто отгадал сны, тот молодец. Вот он его бросил ко львам, этого Даниила-то, пророка Даниила, и со товарищами. Этих в печку кинул, Ананию, Азарию и Мисаила. А Даниила он ко львам бросил на съедение. Вот. А те, вот эти самые остались и все. Почему? Потому что они отстегивали. Ну вот, далеко ходить не надо, я просто свой опыт расскажу. Подал я в одной организации изобретение. Изобретение, ну, подал важное там, с 2С. И, значит, это изобретение возвращается. Возвращается, несмотря на то, что все мне подписали, все оно пошло туда, все куда надо. Возвращается это изобретение и, значит, смотрится. А там начальник нету. Там один ваш покорный слуга подал изобретение. Так что там это произошло? Ну, ясно, что вот это вашего покорного слугу так и натянули, как говорится, да, натянули. И сказали, что, ой, это же не ИСС изобретение, это ОВ. Надо товарища наказывать. Почему? А потому что не включил. Ну, не отстегнул. Вот и все. А если бы вот включил я их, этих всех товарищей, там, генералов, вот, которые дрючили-то меня, вот, тогда бы было все в порядке. Видите, как вот оно все. Коррупция, она везде. Она, это вещь повсеместная. Так что против нее никуда не деться. И вот, что характерно, очень показательный фактор. Первый фактор – это когда вот наш президент вступал только на престол –